Всем привет! Сегодня у нас вторая часть обучающего видео на Грубере Охотники. Мы будем ее играть на Катаклизме, как вы хотели. На Легенде была первая часть, максимально эффективной сборки на луке. На стриме мы с вами играли через пистоль. И остается у нас только сборка через дробовик. Итак, пойдем мы, соответственно, вот в этой сборке. Пойдем на Кату и посмотрим тонкости геймплея, которые есть в этой сборке. Впоследствии сможете какую-то возможность сборок переделывать, комбинировать, да, потому что здесь геймплей уже будет отличаться, да. Если говорить про мили оружие, в геймплее все остается так же, потому что во всех сборках у нас используется копье, то есть ротация, поведение, все один к одному. То в вопросе именно рейндж оружия и ситуации, когда применяется, как применяется и вообще в целом геймплей, он уже отличен. Мы помним, что у нас здесь ульта с уменьшенным КД, и это обязательно условие для понимания того, что вы должны постоянно ее использовать. Если вы этого делать не будете, значит, талант не отрабатывает, билд не отрабатывает, вы играете в неправильном геймплее, и нужно менять все в целом. Итак, мы с вами грузимся Империя Огня. Сейчас мы посмотрим, в какой стадии находится карта. Я уже говорил, что, к сожалению, катаклизму выбирать не приходится. Слава богу, что есть вообще катаклизм. Потому что самое сложное, знаете, что в съемке видео на катаклизме, это найти катаклизм. Так, началась волна, мы слышим Бестигоры. Так, пока больше никакой информации, к сожалению, мы не видим. Сейчас ждем, зажали с вами при загрузке правую кнопку. Так, вот так, да? Так, у нас вот середина карты. Не страшно, здесь еще два ивента впереди нас ждут, да, это... правильно, да, мы сейчас еще поднимаемся наверх, и будут еще бочки. По составу у нас есть эльф Шейда, есть маг. В общем, и танк, то есть, ну, если Шейда не во флюжу и маг тоже, то состав, в принципе, идеальный. Книги. Есть грим, ребята, мы пошли на катаклизм, на котором есть грим. Знаете, что это значит? Это значит, нам пипец как повезло, тогда мы возьмем вот так вот книгу, покажем, что мы солидарны с пацанами. Здесь боеприпасы, которые никому, кроме нас, не нужны в данном моменте. Все, начинаем игру. Теперь мы, можно... Меня хилят. Начинается все само... Меня похилил эльф только что сам, просто так, без смс и без регистрации, вы понимаете? Я что, попал в рай? Залейте на таком расстоянии, я типа попал из дробовика в голову. Как это... Мышь, ну зачем ты испортила всю работу эльфа? Эльф старался, эльф хилил нас. Так, да, по всей вероятности, пати у нас даже очень положительная. Все, сейчас мы с вами начинаем играть стандартную игру. То есть вот теперь мы, если до этого момента мы пока только зашли, мы не знаем тайминги, не знаем тайминги прихода спешалов и не слышим ни хрена. Ладно. Вот, то есть теперь мы будем отрабатывать правильно ротацию, то есть... Смотрите, начинается у нас бой. Мы должны начинать его именно с ульты. То есть мы реализовываем ульту. Это первое, да, правило, которое нам требуется в игре, в этой сборке на хантере. Потому что это наш талант. Плюс мы разряжаем волну. То есть уменьшаем количество целей в волне и не тратим боеприпасы. Поэтому плюс ульта откатывается достаточно быстро. И последующая ульта... Да что у меня дома какой-то летит, не понимаю. То есть последующая ульта тоже у нас достаточно скоро перезарядится. Как видите, уже осталось 18 секунд. И как только она зарядится, мы должны снова ее использовать. Но в данном случае она не успела зарядиться до окончания волны. Напоминаю, что в нашем билде отсутствует... А я пинг смотрел... А, теперь все понятно. Теперь все понятно. То есть пинг мы не проверили с вами. По всей вероятности, он еще в волнах поднимается. То есть 170 пинга, это, конечно, ощутимо, да? И этот пропущенный удар. Но это не страшно. Когда вам, поверьте мне, если вам попалась адекватная пати с адекватным эльфом, никогда ее не меняйте. Это же
просто божественно. Я применил только что ульту, почему? Потому что я мог дробью уже не успеть убить. Ну, в связи с тем, что я шел очень долго к этому типу, он уже мог закрутить свой вихрь. И если бы он закрутил свой вихрь, мы бы там и отъехали в этом вихре. Поэтому я, собственно, сразу же применил ульту, чтобы наверняка хватило дамага, собственно, на убийство. Грим взяли, я бы взял грим, но пока я не отхилюсь, я не готов на таком пинге. Все, смотрите, у нас снова начинается волна. Ульты хоть и нету, но здесь есть ящик с боеприпасами, значит, мы смело. Не понимаю, так. Мы смело, соответственно, тратим боеприпасы, так как у нас с ними нет никаких проблем. Но эльф делает то же самое и правильно. Значит, мы с эльфом сейчас, в данный момент, держим крышу. Внизу ребята держат низ. Соответственно, мы не позволяем, чтобы сверху им на голову падали мобы. А мы здесь спокойно держим с эльфом. Эльф переключился на мили оружие, что с эльфами бывает крайне редко. Вы это знаете. И это... И он даже присел. Ребят, у меня есть этот... как его? Первый неудачный дубль, который я сейчас заснимал. Он не то что неудачный, он просто... В общем, если хотите, чтобы этот... Я там коммент оставлю. Просто комментарий какой-то под этим видосом оставлю. Если захотите увидеть, как должен играть, в кавычках, эльф с 3000 часами геймплея, я вам вылью этот видос. Так, у нас... Подождите, а я что, книгу сбросил? Так, ладно. А, я книгу сбросил. Короче, здесь, ну... Так, оставим банку, даже не будем в этом случае. Я первый раз говорю, что я даже юзать ее не буду. Во-первых, по боссу урона мы не имеем, как данность, да? То есть, с дробовика урон отсутствует. Поэтому здесь... Сразу же, если что, вдруг эту банку я передам со спокойной совестью нашему эльфу. Потому что я в него хочу верить. После эльфа в 3 часа. Фу, в 3000 часов, поверьте мне. Это прямо таки этот глоток свежего воздуха в нашем сортире игровом. Так, смотрите, сейчас начинается событие, да? Событие начинается. Есть берсы, нет берсов пока. По хэви целям. Мили-зону я даже не буду как бы акцентрировать внимание. Здесь все осталось так же. То есть работаем через хэви-атаки. Смотрим за спиной. Приблизились, начали пушить. За счет этого уже и отхилились. Вот берсы. Это наш таргет. Потому что дробовик... Что у нас? Так, ульта сразу же. Ульта, как только у нас появилась ульта и появилась, куда ее использовать, мы должны ее использовать. Боеприпасы мы сразу же восстановили, как вы можете видеть, да? И спокойно, спокойно уже ликвидировали оставшиеся цели. Так, первая бочка... Так, я пойду за бочкой сверху, скажу. Так, какая бочка осталась? Внизу, да? Там эльф, ему гипотетически надо помочь. Я считаю, что гном с... Почему помочь надо? Да элементарно. Там сейчас будет очень много мобов, и вынести эту бочку будет крайне проблематично. Знаете, еще я первый раз записываю видео днем. Выходной, у меня еще половина экрана я не вижу, потому что солнце. Из окна долбит, это, конечно, минус. Все, так, мы пришли к эльфу. Перезарядить дробовик. Оружие дальнего боя у нас всегда должно быть заряжено. То есть мы даже... Вы думаете, что мы пришли и не помогли? Мы пришли и помогли. Все мобы, с которыми дрались мы наверху, в этот момент, если бы нас там не было, просто бы спустились вниз. И как следствие... Ой, там жопа. Там сейчас жопа.
сейчас мы Блять, бочка. Грим один умер у нас, к сожалению, я не успел. Но бочка зареспаунится новая. Я где-то слышал тебя. На таком рейнже, разумеется, наш дробовик неэффективен. Для вот того, чтобы он стал более эффективен, нужно, конечно же, иметь ульту. Так, смотрите, гном заагрил. Да, надо было грим, конечно, брать нам, но мы тогда были, к сожалению, не в состоянии. Как видите, пинг 170. Ну, ребят, это для рейнджевика, для РДД, который еще и без какой-либо защиты. Это, конечно, проблематично. Сейчас мы с вами постараемся реализовать ульту вот таким вот образом, да. Под ультой, разумеется, мы бочку скинули. Че, где бочка? А, бочка вот и втащит. А под ультой, разумеется, мы даже в тело пробиваем. Пометил. Поднимем мага. А пробивать будем хаосваров. Сейчас, кстати, пойдет еще одна волна. Или уже не пойдет, может быть, она и была. Пометил, хорошо. Ну, видите, повезло, очень повезло. Но вы поймете, я вам говорю, если там наберете 50 рыл, кто захочет посмотреть, скажем так, факап, но зато супер геймплей 3000 часов эльф, то просто вы поймете, почему это настолько идеально. Да это куда? Это о чем говорить? Ребята, здесь книги. Это люди, собирающие гримуары. Я потом чекну обязательно профили. Потому что если вы попадете с эльфом с именем Кириллен, знаете, он умеет, он могет. Можно ему довериться. Снова использовали с вами ульту, да? Не забываем. Это самый важный момент в билде. Если мы срезали, это русские. Этот эльф русский. Мы только что встретили русского эльфа, который смог. А где ребята? Я что-то не соображу. Не вижу их. А, гном внизу. Принял, понял. Эльф тоже. Все. Кого-то хильнуть надо? Нет, никого хилять в данный момент не надо. Сейчас, ну давайте хильнем эльфа. Просто потому что... Потому что можем, да? И сейчас пойдем заберем фолиант. Так, нужны боеприпасы? Нет, никому боеприпасы не нужны. Забираем с вами фолиант. Смотрите, фаршарки его вытащили из текстур. Откройся. Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся. Так. Все, мы идем. Я сейчас чекну все профили, ребят. Просто запомните ники людей, которые... которые дружат с головой, идут на катаклизм играть на катаклизм, собирают книги, идут в соответствующих билдах, а не в говне в каком-нибудь с огнеметом там или еще в чем-то таком, ну, со всеми вытекающими, короче. Ну, а по поводу, говорю, там, факапной игры посмотреть. Так, давайте мы чекнем. К сожалению, говорю, вот нас немного подвел пинг, я его не посмотрел, это моя ошибка, очередная ошибка из самого начала игры. Зашли в игру, посмотрите пинг, сориентируйтесь по тому, что вы будете ждать. Поэтому, собственно, мы и пропустили тот первый наш несчастный удар, который звук задержка и, соответственно, удар зато с опережением. То есть звук задержка и удар с опережением. Это отличная, отличная позиция, я так считаю. Грим, если бы мы взяли, разумеется, мы бы его донесли. Мага поджали там, вихрь отделил еще. Не знаю, что там конкретно произошло. Но что-то произошло неприятное. Сейчас, ну, собственно, а вот это весь основной геймплей. То есть, на что у нас, да, в подведении итогов. На что мы акцентрируем наше внимание? Именно на том, что мы всегда должны с вами реализовывать ульту, да. Ну, смотрите, 618 всего урона получится. Здесь 906, 458. И это катаклизм, вот, по уронам. То есть, не вышедший ни из-за каких рамок. Давайте, если я успею, чекнуть. Так, давайте. Кириллиан с ником Кириллиан. Магадан.
600 часов. Всего 600 часов, ребят. Всего 600 часов. И он отыгрывает вполне так. И Владивосток. Ну, понятно, почему у меня пинг такой был. Мы тут, к сожалению, ливнем. Я думаю, что уже достаточно отсмотрели. Ребята классные. Вот как бы ники, если встречаете. Даже с плохим пингом, если они зайдут. Или вы к ним попадете. На плохой пинг играть очень даже можно. Все, на этом, ребят, всем желаю удачи, приятных игр. Вот таких тиммейтов побольше. И, как говорится, хорошего дня. Все, всем спасибо, всем пока.